По меньшей мере 9 человек погибли в результате схода оползня в Гватемале. Среди жертв есть дети. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. Трагедия произошла в небольшом городке в муниципалитете Вильянуэва в 30 километрах от столицы Гватемалы. Причиной оползня стали сильные дожди. По данным властей, разрушены полностью 6 зданий. Спасатели эвакуировали 30 семей. Так или иначе, из-за оползня пострадали около 50 человек. Тех, кто остался без крыши над головой, разместили во временных центрах проживания. В настоящее время местные жители занимаются разбором завалов. В прошлом году жертвами схода оползня в Гватемале стали около 300 человек.